Привет, роднулечки! Мы сегодня с вами гуляем по Ялте, Ливадийский дворец. Прекрасная погода. У нас сегодня 22 июня 2023 года. И я вам покажу красивые места, где буду проходить сама, то буду показывать и вам. Ливадийский дворец, 2023 год. Такая красота, погода солнечная. Красотища. Цветут магнолии, розы, кипарисы, пальмы. Здесь очень много растительности красивой. Прекрасная растительность, здесь все ухожено, все красиво. Здесь просто чудо, расчудесное. Территория большая, цветущая. Безумная красота. И впереди у нас памятник Александру Третьему.
Вот такой вот огромный памятник. Александр Всероссийский. Александр III, император. У России есть только два союзника. Ее армия и флот. Двуглавый орел. Карта России. Монастыри, храмы, корабли. И такой вот вензель Александра III. Атласский. Огромнейшее просто дерево, раскидистое, необыкновенно большое, красивое. Такой кювет здесь стоит. Я так подозреваю, что ранее здесь водичка была. Сейчас здесь все замуровано. Вот даже еще труба сохранилась. Ну, кювет оставили. Бювет. Вот такой вот. А вот уже и дворец Ливадийский. Уборка, подстригают газончики, а здесь работники собирают какой-то огромный букет роз. Шикарно просто. Красные розы сменяют белые. Шикарные просто. Thank you.
Вот что им черный кот, все ко мне. Маленький. Такой красивый котик. Царь-мученик Николай II. Еще один бювет стоит. Это, похоже, работал недавно. Сейчас воды нет.
А впереди тропинка заканчивается. На дороге вот такой огромный камень. Ну что ж, пойдем обратно. Здесь какая-то заброшенная территория. Забрела я здесь ни людей, ни животных, никого. Очень загадочно, очень красиво. Красивые вазы, лавочки. Когда-то здесь гуляли царская семья, придворные. Какая красотища! Это все требует реставрации. Сказочная местность, конечно. Тишина, красота. Ну вот и подошла наша экскурсия к концу. Надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя экскурсия. Ливадийский дворец. Прекрасный, шикарный дворец. Вы видели, огромная территория. Но в этом году очень мало народа. 2023 год. Я здесь была лет 5-6 назад. И здесь было очень много людей. Очень много экскурсий. Сейчас крайне мало людей. Сегодня у нас 22 июня 2023 год. Здесь тихо, спокойно, красиво. Здесь замечательно. Природа, погода, климат и, конечно, воздух сказочный. Просто сказочный. Пишите свои комментарии. Когда вы в последний раз были на море? Где вы были на море? Где отдыхали? И, конечно, пишите, как давно вы были на экскурсии. Потому что даже если поехав в какой-то отпуск на море или еще куда-то, берите экскурсии, познавательные экскурсии. Или даже самостоятельно берите карту. Посмотрите в интернете, куда можно съездить. И обязательно смотрите различные красоты. Это прибавляет сил. Это оздоравливает. Это омолаживает, это очищает вашу энергетику. И, как правило, после вот таких шикарных экскурсий у вас в вашей жизни налаживается абсолютно все во всех сферах. Так что пишите свои комментарии, а я вас всех люблю, всех обнимаю. Всем пока-пока!